оплата труда работников бюджетной сферы, в том числе врачей, учителей, преподавателей вузов, тех, кто трудится в области науки и культуры. Как раз я на днях докладывал президенту о готовности правительства выполнить это поручение. И мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль, ну и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента.